Всем привет, планета Земля. Мы решили съездить в магазин надо подкупиться. И тут сидит моя бедная доченька. Вся несчастная. Знаете почему? Вы же сказали, что я их не причесываю. Они у меня лохматые, в такие неряхи. Фуй-фуй-фуй. Вот я ее причесала. Доча, тебе нравится? Нет? Нет? А как тебе нравится? Распишись. Ну, так распусти. А ты обидишься? Нет, не обижусь. Вот. Скажи, так мне нравится, да? Да. Вот так ей нравится. И в ресторан так ходит, и в школу. Вот что я сделаю? Да. Да. У нее такой возраст. Она подросток. Ей нравится. Пускай ходит. А если будет нравиться хвостики делать, будет хвостики делать. Да? Любимая моя. Алиса? Алису нравятся хвостики. Только они у нее, к сожалению, не держатся. Эти хвостики. Ой, я очень вчера очень я сделала. Вот так очень, очень красиво. красиво. Я еще не сделала. Не сделала, но ну, сделай. А, вчера... Нет, когда вчера... Господи, что вчера было? Суббота. А, в пятницу, когда мы ездили в ресторан, я сделала... Алиса красивый хвостик, бан заплела. Что вы думаете? Пять минут этого хвоста не было. А косички еще не могу я плести, потому что у нее еще волос коротенький. Короче, ничего не получилось, и она пошла с распущенным волосом. Сделали ей тут две заколочки. Вот, такая красивая. Так себе еще лучше. Вот так вот. Лучше вот так вот. Чтобы они вот так вот были. Ну, если ты хочешь, я тебе сделаю вот так вот. Нет, ну, надо вот так делать, не знаю, а, ты так делаешь руками, и они падают, и как а -а -а. они упали, так и красиво. Во. Понятно. Да, ну, но Алиса там с Таей, пока я зубы почищу, подмоюсь, а Виктория с Каном тут английские слова учили, поэтому кровать еще не успела. Ну, да. да, английский язык вот они учат. Поэтому Алиса еще не успела заправить кровать свою. Сейчас а она обязательно сейчас это... Но потому что ты успела, ты пошла вниз, а Алиса наверху осталась. Покажи. Да и так видно, не заправили кровать. Сейчас заправят обязательно. Все, я пошла переодеваться, одеваться. И... Да, и девочки мои, и мальчики мои. Да, дочь. Ты ты сказал, -то, -то? Я... А ты не закрыла его, как всегда, да? у а меня там чисто. Чисто у тебя, конечно, чисто. Просто не закрыла дверь. Все, короче, мы погнали. Так, Кан сказал, мама, сними мою комнату. Я хорошо убрался. Только ты забыл, вон. Это что за мешок тут? Мешок-носок. Быстрее убирай. <свист> <свист> Убрался. Молодец, сына. Вот. Ты мой хороший. Чистый парень. Что у тебя там? И собачки, да, и, дра... и лошадь зеленая. И матрешки. И матрёшки. А, смотри, сколько много. <свист> Кан. <свист> Нарядился. Наш кан. Да. да. Тут и мама стаи наклеил. И вон кан маленький. Ай-яй. Любовь, морковь. Да? да. Всем привет, всем доброго дня. Сегодня суббота. Вчера был день рождения у Сары. Ну, к этому придем разговору попозже. Хотела вам показать вещи, которые мы приобрели на Васильке. Эти штаны я купила для Виктора. Вот такой красивый тут замочек, модный. Эти штаны 52 размера. Такие же штаны я приобретала ему, но чуть-чуть в размере ошиблась и купила побольше. Эти штаны мы потом отдали Кану, так как он любит большие размеры. А Виктору взяли вот 52 размер. Тут вот такая вот вставочка красивенькая, серенькая. А такие же штаны, они были такие зеленые. Что за вставочка? Я не... Вставочка я уже не помню. По-моему, черная, если я не ошибаюсь. Вот. Зеленых больше не было. Я ему взяла вот такие черные. Так. Потом я эти штаны покупала для Сарочки. Но они ей чуть-чуть большеваты. У нее вообще-то размер 44 46 ну скорее 44 но мы как-то думали может все таки они ей пойдут но к сожалению нет поэтому я эти штаны померила и вы не представляете себе, они мне налезли, потому что вот эта резинка, она очень-очень сильно растягивается. Вот у меня 60 размер, я могла 48 -й. Одеть. Конечно, они не такие прям потом разлетайки-разлетайки, как это должно быть. Они у меня, ну, выглядят неплохо. Единственное, что это штаны для высокого роста, да, на васильке бывают такие вещи, которые могут себе женщины купить при росте метр восемьдесят тоже. Поэтому я их отвезу к швеи и чуть-чуть отрежу на мой рост и буду их носить. Увидите на мне эти штанишки попозже, когда я их, ну не я, а швея их подкорректирует под мой рост и я их буду одевать так что эти штаны если у вас например подойдет и как 44 размер мне кажется до 50 как минимум ну размер 50 короче я их теперь буду носить и я приобрела себе еще Леггинсы беру размер побольше, потому что мне нравится э, леггинсы, чтобы они сидели прям чуть ли не до груди. Но это, как сказать, моя личная, скажем, такая изюминка. Я не люблю, когда леггинсы где-то там под животом. Поэтому я покупаю побольше размером и ношу их высоко. Ну сами видите, как хорошо все тут просрочено, все хорошо прошито, нигде ничего не торчит, все на месте. Нам продукта от Василька очень нравится. Ну, а что мы приобрели для Сарочки, смотрите сами. Тут мы видим костюм Сорок шестого размера номер шестьдесят восемьдесят четыре за три восемьсот восемьдесят два рубля. Костюм фуме тридцать шесть шестьсот, сорок четвертый размер за четыре тысячи тридцать семь рублей. Сына учит домашку, делает домашку. Сегодня я его пораньше забрала. Ему не очень хорошо. Да, сына? Но домашку делать еще никто не отменял. Вот. И с утра до после обеда смотрите, что он сделал с диваном. Все повернул, развернул, перевернул. Я говорю, сейчас домашку сделаешь, и будешь тут убираться. Носки вон валяются. Убери хотя бы носки. Вот. Тая... Наблюдает за всем этим, что тут происходит, и думает про себя: Ёкарный бабай, брат, ты что делаешь? Okay. Вот сейчас будем делать домашку. Да, сына. Mm -hmm. Ну, а потом, я не знаю, прибираться, наверное, будем чуть-чуть. Убирать диван. Mm -hmm. Mm -hmm. Как я уже на телеграм-канале сообщила, что есть изменения у меня в жизни, как говорится. Поэтому я на пару дней э, отключусь. А, да, и как все уладится и решится и так далее, я опять вернусь. Но мне надо время все обдумать, подумать и. Да, и просто уйти в себя на какое-то время. Я понимаю, что, да, уже пять дней не выходили ролики. Ну и, наверное, опять сейчас они задержатся на столько же дней. Потому что уже как третьи сутки, как, скажем, у меня изменилась жизнь. И как бы, да. Надо думать, что будет в будущем. Так что всем всего самого наилучшего. Не теряйте меня. Скоро увидимся. Пока-пока. До скорых встреч.